новогодняя ночь на телеканале «Россия» – это как фирменный салат оливье, как шампанское, как мандарины. Да, поэтому это неотъемлемая составляющая праздника. Праздничный марафон на телеканале «Россия». Успейте присоединиться. Новогодние приключения, которые начинаются здесь и сейчас. Анна Щербакова, Андрей Богданов, Кирилл Малыхин. Вести. Мы продолжаем программу и переходим к вестям региональным. В эфире программа «Вести Хакасия», в студии Татьяна Донцова. Здравствуйте. И вначале главные темы выпуска. Абаканский лицей получил лицензию. Третью четверть ученики самой современной в городе школы наконец начнут в новых стенах. Новогодняя премьера. Жители Хакасии приглашают на семейный просмотр комедии «Холоп» о необычных похождениях молодого мажора. Январь с сюрпризами. Синоптики рассказали, каким будет пик нынешней зимы. Прогноз немного удивил. Далее расскажем подробности. Ученики Абаканского лицея третью четверть начнут в новых стенах. Сегодня школа получила лицензию на образовательную деятельность. Это была, пожалуй, самая большая и сложная стройка в Абакане за последние годы. К тому же в городе это первая школа, построенная за 15 лет. Здесь будут обучаться более 1500 детей. В педагогическом коллективе лицея почти 100 педагогов, из них 20 молодые преподаватели. На трех этажах здания разместились современные классы, лаборатории, издательский центр и даже собственная телестудия. В этом учебном году уже будут и первые выпускники. Я вообще не ожидала, что я попаду в такое инновационное здание. Это, как сказать, большая честь для меня, потому что мне выпала огромная возможность учиться именно в такой школе. И то, что построил Николай Генрихович, это стоит уважения, потому что это, правда, великий человек. Лицею действительно будет присвоено имя Николая Булакина. С такой инициативой в октябре выступил коллектив учителей. Большинство жителей города поддержали. Лицей уже получил звание самого современного образовательного учреждения не только в Хакасии, но и во всей Сибири. Его возвели за счет федеральных средств в стоимость около 1 000 000 000 рублей. Очень сложный, очень технически сложный объект. Сюда потрачено много сил, энергии, нервов сюда потрачено очень много. И на сегодняшний день мы счастливы, то, что данный объект распахнул свои двери для абаканских учеников. В наших планах на перспективу строительства еще одной школы. Школа строится в 8-м микрорайоне 1-го жилого района по улице Лермонтова. Данный объект должен быть введен до конца 2020 года.